В Самаре будет дислоцироваться спортрота для призывников-олимпийцев. Об этом сообщает Министерство обороны. Ведомство намерено создать для таких солдат необходимые условия для непрерывной подготовки и участия в соревнованиях российского и международного уровня. Всего Минобороны создают 4 подразделения, где будут проходить службы до 400 человек. Такой призыв, помимо Самары, будет также в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.